Повторяем таблицу умножения на 4 и на 5. 4 умножить на 1 равно 4. 4 умножить на 2 равно 8. 4 умножить на 3 равно 12. 4 умножить на 4 равно 16. 4 умножить на 5 равно 20. 4 умножить на 6 равно 24. 4 умножить на 7 равно 28. 4 умножить на 8 равно 32. Угу. 4 умножить на 9 равно 36. Угу. 4 умножить на 10 равно 40. Так, теперь на 5 повторяем. 5 умножить на 1 равно 5. Угу. 5 умножить на 2 равно 10. 5 умножить на 3 равно 15. 5 умножить на 4 равно 20. Угу. 5 умножить на 5 равно 25. 5 умножить на 6 равно 30. 5 умножить на 7 равно 35. 5 умножить на 8 равно 40. 5 умножить на 9 равно 45. 5 умножить на 10 равно 50. Так, ну вот так вот мы повторяем.